будет классно, все улетно. Наверное, вы все это увидите в Ютубе или на моем канале ВКонтакте. Вон там наша тачка стоит. Без тебя мне не нужны вечеринки. Ты моя десятая попытка, но на этот раз удачная. Ты целуешь меня смачно, смачно. Снова мы на твоей даче, все как в первый раз. Где же ты был, мальчик, раньше? Почему? Я в Сараполе, я доехал отлично, прекрасно. 2-3 часа ехали. С пробками, конечно же. Ну, лето, понятно. Пробки сами с собой. Но я в Сараполе, в колледже. Сейчас, типа, ужин, все круто, пора все снять, пора скрыть в комнату. И хотим сказать, что я всех люблю. Да. Да. Я дома. Пиздец. Ёбаный в рот, но я дома. Вот я уже в комнате, типа того. Кошмарная кровать, которая скрипит. Такая вот комнатка. Чуть-чуть телефончик. Все по-каталонски написано. Я в этом не разбираюсь. Там котейка идет. Ладно. Отправлю это видео. Да, зеленые ветки. Супер. Лето. Отправлю это видео в ВКонтакт. Ждите. Да. Ждите, блядь.